А теперь приведем мнение Егора Классена, которого, как вы поняли, в тонкостях знавшего содержание всех книг Зентовесты, о Тустре и вообще о его книге. Итак, самого Зорастра мы считаем глубоким мудрецом и политиком своего времени. Он не надеялся произвести своими поучениями влияние на всю массу народную, потому решился действовать только на избранных, дабы извлечь их из среды соблазна особой колонией на место, отдаленное от Родины, чтобы отдаленностью именно прервать всякое сношение между избранными им чистыми, с оставшимися расстрелянными в страстях и пороках. Если б кто вздумал сказать на это, что за раз был один на такой высокой степени образования, как блуждающий огонь на болоте, то мы возражаем – нет. Его глубокие, чистые, здравые, разумные мысли должны были понять все его новые колонии, ибо без этого они не могли бы и состояться. А при том довольно упомянуть, что Венеды, современные Зердесту, имели уже в числе предков своих финикиян, эфиоплян, египтян, Карва, Карфагенцев, Фиванцев и вынесли с собой на Балтийское поморье грамотность понятия о едином Боге, о бессмертии души, о высокой добродетели, гостеприимства, услаждающего бытие каждого человека, даже чуждого забредшего странника. И все это было за 2000 лет до Рождества Христова. Следовательно, прежде нежели греки научились у финикиян, лидийцев и у план грамотности даже прежде, нежели получили условную седность между этих славянских племен. Любопытно было бы взглянуть и на врачебные знания парсов и глубокое уважение к жизни человеческой, выясняющееся из понятия не только о болящих и, в особенности, о мнимо умерших, но и об окружающих тем больных здоровых. Людях, могущих подвергаться заразам, одним словом, на их гигиену, диетику, семиотику и терапию, не носящих хотя пышных за главе отдельных медицинских наук, но в общей массе своей под простой фирмой знания, обязывающих читателя к полному уважению сведений, основанных на тонких наблюдениях и разумных опытах. Но это труд оставил бы уже отдельный взгляд, не касающийся политической жизни народа, а потому мы и предоставляем ему историкам врачебной науки. Ну вот, таково мнение Колосена Егора о том действии, который проделал через свою, свое воззвание великий пророк Зороастр.